На сегодняшний день, 30 марта 2024 года, на 11:00 часов, на особом контроле находятся 10 участков автодорог республиканского, областного и местного значения, где произошел перелив талых вод. Автодороги перекрыты со стороны города Караганды в направлении города Балхаш в связи с большим переливом талых вод вблизи поселка Аксу-Айалы. Переливы воды имеются также на автодорогах от поселка Топав в направлении Ултауской области, Темиутау, Нува, а также в направлении поселка Ботакова возле села Петровка. В направлении Калкавалинска через поселок Ботакова имеется объездная дорога через поселки Доскей и Сенокосная по Павлодарской трассе. На указанных участках сотрудники полиции, задействованные по перекрытию автодорог, несут службу в усиленном варианте. В целом, по области по перекрытию автодорог задействовано 86 человек личного состава департамента полиции и 42 единицы автотранспорта. На автодорогах области скопилось порядка 350 легковых, 320 грузовых и 26 единиц общественного транспорта, а также свыше 3000 водителей и пассажиров. Сотрудниками ДЧС и местными исполнительными органами принимаются меры по ликвидации опасности. В целях безопасности себя и своих близких обращаемся к жителям и гостям Карагандинской области с просьбой воздержаться от дальних поездок. Yani Mahrum Bey, ben sürü valla gitsin.